Рыба. На. Рыба. Ешь. Чтобы побольше туда надо. Ешь. Ешь, быка. Ешь. Да на, ешь. Что будет там? Какая бесстрашная женщина. Она ж мертвая. Мам, я туда засуну червячка. Я, кстати, была у больницы. Слизкая, ещё скользкая, да. Секси. Эй, ты чё, карася забрал? Ой-ой-ой, видео не для слабо нервных. Мама, смотри куда. О, больная психика, просьба отойти от экрана. Ты, Наташа, теперь ты ничего не сделаешь. Я отрезай просто вон. Плавник. Ты думаешь, это хребет достать? Позвоночник, то есть. А мы варим уху. Можно с ним поплавать? Куда? Не иди, дядя, плавать. Дам ему червячка вот этого еще. Ты на удочку хочешь попробовать? Но... Может, ты в сани закинулась и есть удочка? Может, больше наловили бы, чем на этой штуке? Во, видишь? Ты себе заснула? Почти достала. Наталья, конечно, капец. Мама, есть так держать, и потом кто-то залетит, думает... Она... Мама, это как? Я его клетка. Наталья несет. О, а что ты ложку не взяла? Ладно, будем по-свойски. Руки чистые, не волнуйтесь. Нужно себе готовить. Отключаем, хотела сказать. И достаем. А мама? Держишь кружку. Хай варится. Мусь пробовать. Нет. Снимаем пробу. Вау, реально смачно, таким надо соли. Первая проба ухи. Боже, как оно пахнет.